Пандемия ускорила системные изменения в здравоохранении, которые назрели и, собственно, были уже очевидны. Так считают эксперты. Поговорим об этом в ближайшие полчаса на примере нашего флагманского медицинского учреждения. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Я думаю, что уже можно набирать номер телефона нашей студии, потому что сегодня у нас в гостях Сергей Пушкин, главный врач Самарской областной клинической больницы имени Середавина. И мы работаем в прямом эфире. И будем отвечать на ваши вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, очень рад, давно у вас не был. Поэтому надеюсь, что ответим на все вопросы. Да, я думаю, что уже и наши зрители соскучились, не только мы. Телефон 202-11-22, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, не откладывайте ваши вопросы, если у вас они есть. Сергей Юрьевич, постковидный синдром испытывают, наверное, не только люди, переболевшие им, но и учреждения здравоохранения. Вот, собственно, с самого начала пандемии больница имени Середавина встала на самое острие. Вам досталось все-все-все и по полной в связи со всем этим. И вот постковидный синдром есть ли у вас? Но давайте, может быть, начнем с того, сколько есть цифра, сколько всего больных за вот эти годы прошло через больницу, через ковидный госпиталь. Знаете, мне очень понравился ваш вопрос, и в плане того, что постковидный синдром, потому что мы, конечно, его применяем в основном, конечно, к пациентам, но на самом деле вы абсолютно правы, есть, наверное, те последствия, которые новая коронавирусная инфекция оказала как в оказании медицинской помощи, ну, наверное, так и во взгляды ко многим медицинским процессам. Да, в апреле 2020 года мы, когда вошли в эпидемию ковид-инфекции, то наша больница, она была одна из первых, которая приняла на себя данных пациентов. И, конечно, по сегодняшний день пролечено почти 34 тысячи человек. Это гигантское количество. Да, и мы, самое главное, должны понимать, что наша больница, она оказалась немножко уникальной, и это на самом деле связано с тем, что, сокращая специализированные койки, наши врачи и специалисты, они работали и врачами-инфекционистами, в то же время они оставались теми профессионалами, людьми тех узких специальностей, которые, собственно говоря, и работали в больнице Середавина. Это касается тех пациентов, которые в основном повезло, я думаю, тем, что когда на фоне коронавирусной инфекции у них все равно были те заболевания, которые требовали коррекции. Это вопросы и связаны с сердечной патологией, и с заболеваниями крови. И беременные, которые прошло у нас очень большое количество. Я могу сказать, что несколько сотен родов, которые были приняты у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, они благополучно у нас роды разрешались в условиях инфекционного госпиталя. Пациенты с хирургической патологией, пациенты с острым коронарным синдромом, которые выполнялись не просто консервативной терапии, но выполнялись высокотехнологичные методы лечения, которым всегда гордилась и была богата наша больница. Поэтому, сохраняя и увеличивая, наверное, коечный фонд по инфекциям в случаях наших заболеваний, мы не потеряли, наверное, те навыки специализированной помощи, которые были всегда нам присущи. Могу сказать, что из тысячи коечного, наверное, специализированного фонда, который был и по терапевтическим, и по хирургическим нозологиям. То есть мы фактически вывели, большую часть полностью закрыли для оказания пациентам с ковид-инфекцией. Ну и где-то около 100 коек нам удалось разместить в условиях перинатального центра и педиатрического корпуса для сохранения, наверное, той узкой уже специализации, которую мы не могли перенаправить на другие больницы. Поэтому, конечно, когда из 500 хирургических коек мы оставляем 70, а из терапевтических практически только там 40, мы понимаем о том, что люди, медицинский персонал,
они тоже, наверное, мечтали всегда вернуться к условиям нормальной работы. И мы очень рады, что сегодня мы потихонечку разворачиваем специализированную помощь в прежних объемах. Были закрыты практически все отделения, как специализированные на тот момент? Ну, мы сохранили тогда небольшого... В общем, все были или полностью закрыты, или сокращены. Но мы сохранили оказание медицинской помощи в плане нейрохирургии, потому что рентгеновускулярные методики, именно внутрипросветные, они проводились и проводятся пока только в нашей больнице. Мы сохранили помощь ортопедической, эндопротезирование, то есть мы сохранили эти объемы и пациентов, офтальмология, ЛОР, в небольшом количестве сосудистой хирургии. А все остальные профили фактически были закрыты. Сергей Юрьевич, вернуться к обычной работе – это ведь не просто снять табличку «ковидный госпиталь» и повесить профильное отделение, да? На самом-то деле что это означает, что за этим стоит? Ну, во-первых, наверное, все-таки несколько лет – это большой срок для любого учреждения, а я думаю, что новая коронавирусная инфекция, она, ну, наверное, оказала большое влияние на все здравоохранение. И даже это не только с тем, что были перенаправлены потоки пациентов, нуждающих в специализированной медицинской и высокотехнологичной медицинской помощи, а, наверное, тут сработал фактор того, что люди, которые работали, оказывали медицинскую помощь, которые взяли на себя большую гигантскую нагрузку по лечению пациентов именно с ковид-инфекцией, ну, как бы у них все равно вот эти вот... Ну, одно дело, что мы хотели бы вернуться, да, и другое дело, что нужно постоянно, наверное, тренироваться в какой-то области, чтобы сохранять свой высокий уровень. Эти факторы, которые сработали. Поэтому я, конечно, очень благодарен нашим сотрудникам, наверное, всем, начиная от санитарочки, заканчивая заведующими отделениями, врачами, заместителями моими по лечебной работе, за то, что они смогли все-таки сохранить и удержать, наверное, себе то желание работать и оказывать медицинскую помощь. И при том они отдали все свое время и силы на то, чтобы оказывать помощь больным инфекционного профиля. И как раз вот сохранив, наверное, себе самое ценное, что нас сделало врачами, то есть желание помочь больному, и сохранив желание работать в специализированной помощи, это самое главное. Потому что люди – это, наверное, то, что без которого возобновить работу невозможно. И освобождая койки, возвращаясь к той тяжелой рутинной работе по оказанию медицинской помощи, мы столкнулись с двумя вопросами. То, что, конечно, мы... Часть людей, оно за это время, ну, произошла вынужденная смена, да, то есть врачи, они тоже взрослеют, они уходят на заслуженный отдых, они, часть ушло в другие специализированные отделения, которые не закрывались под коронавирусную инфекцию, но костяк сохранился, и появилось очень много молодых врачей, которых надо обучать, это тоже время, молодых медсестер, которые требуют особого тоже внимания и обучения. Вот. И, конечно, это связано и с тем, что, ну, все-таки красные и зеленые зоны – это все-таки другие условия сосуществования. Вот. И поэтому торопиться о том, чтобы люди узнали о том, что у нас открылись отделения нейроматологии, этого мало. Да? То есть это все равно они должны узнать, что там также оказывается хорошая профессиональная помощь. О том, что здесь мы по-прежнему ждем и готовы оказать любую медицинскую консультацию, обследование, лечение, что мы сегодня говорим о том, что, выходя из коронавирусной инфекции, мы делаем не только то, что было, но мы все-таки, так сказать, начинаем прирастать и новыми методиками, технологиями. Это тяжело, это трудно. Вот. Но мы надеемся, что будем двигаться вперед и вернем себе не только позицию, но, наверное, сделаем что-то новое. Я думаю, у вас другого и пути нет, собственно, кроме как вперед. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии Сергей Пушкин, главный врач Самарской областной клинической больницы имени Середавина. Мы работаем в прямом эфире, а телефон 202-11-22, к нам в студию можно позвонить. Сергей Юрьевич, какие профильные отделения сегодня, ну, если можно так сказать, набирают обороты по полной? Мы открыли все профили, которые были в больнице Середавина.
Единственное, конечно, мы еще не полностью восстановили, наверное, весь полностью коечный фонд, поэтому у нас это в плане перспективного, но за это время могу сказать, что те основные направления, которые мы гордимся, это все-таки и узкоспециализированная хирургическая помощь, и терапевтическая помощь, они заработали. В первую очередь касается, наверное, той группы пациентов, без которых, ну, наверное, без их коррекции, без госпитализации им было очень тяжело. Ну, тут нужно отметить, конечно, и ревматологию, гастроэнтерологию. То есть мы начали работать как региональный сосудистый центр для оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. То есть параллельно, конечно, у нас было открыто и общеневрологическое отделение. Фактически и пульмонология, и хирургические, то есть и сосудистые хирургии, челюстно-лицевая, лор-офтальмология, то есть все те патологии, которые, ну, нуждаются в коррекции, мы сейчас готовы принимать, принимаем и лечим. И снова могу сказать, что нам удалось открыть полноценный дневной стационар для оказания пациентам именно в режиме «пришли, получили помощь и ушли». То есть мы готовы там и оказываем помощь, оказывали довольно большое количество пациентам именно нуждающих и возможности получить заболевание, именно лечение от заболевания именно в таком ритме. Могу сказать, что заработало отделение паллиативной медицины в детском корпусе. Это благодаря, конечно, очень большому вкладу как Министерства здравоохранения, при личном участии губернатора Самарской области. То есть это новый шаг. Такого в области никогда не было. И мы понимаем, что мы идем по этому новому направлению и очень надеемся, что тот опыт, который мы приобретаем, оно поможет, наверное, улучшить, оказать ту помощь, которая, ну, оказывается именно детишкам. Нельзя тут не отметить, конечно, и то влияние, которое на нас оказало, и участие благотворительных фондов. Могу сказать, что вот Ольга Шелест, которая, ну, очень активно работает с детьми, и я думаю, что вот как раз вот то решение вопросов и сложной патологии, которая беспокоит, наверное, окружающих и всех нас, она будет, так сказать, развиваться. Поэтому то направление, которое мы взяли, и мы его планируем расширить, включая население взрослое, ну, это на самом деле нужно, нужно всем. Если мы говорим о тех методиках, которые там, ну, мы применяем, они тоже как бы вполне развиваются и соответствуют на мировым все-таки уровню. Ну вот смотрите, все годы пандемийные, сколько их сейчас уже, не могу сказать точно, побольше двух, да, но меньше трех получается, так как-то. Все эти годы доктора, которые приходили вот сюда в студию и... Вот особенно в периоды пиковые самые, когда просто бедная медицина, не знаю, как все это выдерживала. Но настроение, понятно, что было так, не очень. И были такие мысли, что прогресс-то он очень сильно тормозится, и вообще будет ли он возможен, когда все это закончится, и сможем ли мы вот как-то, ну, если не перегнать, то догнать, встать вот в русло. А о каких-то новых методиках, новых технологиях лечения можно сегодня все-таки говорить уже? Можно. Можно как в целом, так и выбирать конкретно, например, ну, наше лечебное учреждение. О чем мы можем сейчас говорить? Сейчас появились, на самом деле, внедряются новые технологии, которые, ну, немножко по-другому вообще форматируют здравоохранение. Если мы возьмем, ну, мою любимую, наверное, хирургию, да, она мне всегда была ближе, с учетом моей специальности, то мы переходим, продолжаем ту тенденцию, когда от больших открытых операций мы потихонечку двигаемся в сторону видеоэндоскопии, то есть когда через маленький прокол мы выполняем операцию, причем это на любом органе, заканчивая там и торакальной хирургией, абдоминальной хирургией, урологией, сосудистой хирургией, то есть спектр ее расширяется. Но это ведь не вот тебе что-то новое? Не новое, но появились те заболевания, которые раньше не могли мы лечить с помощью видеоторакоскопии, mm-hmm. видеоэндоскопии. Они сейчас есть. Но ведь появилось новое направление хирургии, которое называется внутрипросветное, то есть когда можно без проколов, через естественные, ну, условно говоря,
пути выполнить оперативное вмешательство. Это тоже то направление, которое должно применяться в тех заболеваниях, при тех заболеваниях, которые имеются доступ. То есть заболевания кишечника, заболевания пищевода, заболевания желудка, лор органов. И мы сегодня говорим о том, что мы входим в эру, и в том числе мы выполняем это на больнице Середавина. Другое большое направление, когда у нас появилась генноинженерная биологическая терапия. Это то, когда мы непосредственно влияем на пусковые механизмы при очень многих заболеваниях. В частности, вот в дневном стационаре мы широко начали это применять при ревматологических аутоиммунных заболеваниях, в гастроэнтерологических заболеваниях, неспецифических язвенных колит и связанных с этим, в пульмонологии. У нас мы накопили большой опыт за этот год при вирусном гепатите. Тут, конечно, надо отдать должное, что за это время наш госпиталь возглавлял главный инфекционист Елена Алексеевна Стрибкова. И благодаря ей мы смогли, конечно, улучшить те результаты, которые у нас были при лечении коронавирусной инфекции. И одновременно она же была инициатором именно открытия, наверное, и лечения тех пациентов, которые нуждались именно в иммунной терапии при вирусном гепатите. Сергей Юрьевич, перебью вас. Давайте на звонок ответим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что в период ковида, да, большая нагрузка регионалитиков, ну, это как бы всем очевидно и понятно. Мне интересно, а за это время был ли какой-то массовый отток ветрогодников? Не знаю, увольнялись люди, может быть, вообще уходили из профессии? И как вообще вам удавалось людей там правильно специализации? Спасибо, как раз у меня тоже был такой вопрос. Я могу сказать, что в период эпидемии, когда у нас инфекционный госпиталь достигал 1260 коек, я думаю, это был крупнейший в России госпиталь, мы, наоборот, принимали очень много медицинского персонала, то есть у нас численность достигала до 6000 человек всего, не только в инфекционном госпитале, а в целом по больнице, и, конечно, большая часть была принята сотрудников в инфекционный госпиталь. И могу сказать, что, конечно, часть из них осталась и сейчас, когда мы сокращаем фактически помощь по ковиду. Но мы и говорим о том, что за это время ушло очень много ветеранов, которые были уже пенсионного возраста. Не могу сказать, что их было очень много, ни о каком, конечно, массовом оттоке мы не говорим. Но, как я в самом начале сказал, то есть речь идет, наверное, о тех пациентов, о тех сотрудников, которые просто ушли уже на заслуженный отдых, которых мы тоже любим, чтим, приглашаем. Они все равно являются у нас тем, наверное, костяком людей, наставников, тех, которых мы помним. Вот. И благодарны им за то, что они оказали большую помощь нашей больнице. Вот. Но говорить о том, что было много, нет. Но, к сожалению, мы, конечно, потеряли часть специалистов, которые перешли в основном в другие лечебные учреждения, не закрытые под ковид. Мы сейчас готовы их также назад принять, если у них будет желание, и всегда двери больницы открыты для тех людей, которые любят свою профессию и занимаются своим делом. Да, хорошая позиция. Некоторые руководители не прощают ухода, скажем так. А уже раз такой вопрос возник, а вообще нехватка специалистов, вот от этого больница как-то страдает? Вы знаете, мы сейчас говорим о том, что больнице необходимо время, чтобы вот именно перейти от к оказанию высокотехнологической специализированной помощи. Это требует момента, ну, передача опыта и навыков. И то, что я сказал, у нас был довольно большой приток молодых кадров, которые сейчас остались, и которые требуют времени для того, чтобы они, наверное, в процессе обучения, в процессе формирования своей профессиональной каких-либо характеристик, они требуют все время. Поэтому восстановление высокого уровня, оно задача не одного дня. Просто назвать себя, что я, словом говоря, врач такой-то специальности, этого немножко мало. Все-таки надо, наверное, немножко и учиться. Так как медицина требует обучения постоянного, ежедневного, анализа своей работы, поэтому мы
и идем по этому пути. И я очень рад, что в том году, когда мы стали освобождать основные площади под основные нашей специализированной помощи, наша больница стала базой, и мы начали оказывать медицинскую помощь, и к нам стали приезжать те люди, которые являются, ну, наверное, первыми лицами в стране. Мы очень рады, что в том году у нас посетил нашу больницу, мы проводили несколько встреч, у нас проводили операции, вот академик Владимир Алексеевич Парханов был. Сергей Юрьевич, вот прямо записывая себе, сейчас продолжим этот разговор, да. Давайте еще на звонок ответим. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, хотел бы задать вопрос. Здравствуйте. Мы с Анной Григорьевной почти год назад с ковидом, то есть больно возвращаются на эффективные вкусы, запахи. Это чем-нибудь лечится, потому что обращались в медицинские учреждения, сказали, что просто необходимо время, и никакие медикаменты не помогут. Как ли это узнать? Хороший вопрос. Если можно, я его немножко расширю в плане ответа, потому что с учетом гигантского числа переболевших ковид-инфекцией, мы сейчас столкнулись именно уже не с постковидным лечебным синдромом, а с постковидным синдромом, который связан с проявлением отдаленного периода перенесенного ковида. Это и потеря обоняния, чувствительности, это проблемы, связанные с заболеваниями сосудов, тромбозами, это с тем, что у нас в легких формируются псевдокисты, так называемые воздушные полости вследствие перенесенного воспаления легких. Эта проблема сейчас находится у всех в изучении, потому что мы анализируем весь тот опыт, который есть и у нас, и в стране, и за рубежом. Но могу сказать, по большому счету, вот именно восстановление вкуса, обоняния, оно возвращается, когда, естественно, у нас происходит регенерация слизистой оболочки и системных рецепторов, которые есть. Не могу сказать, что это 100% со временем восстановится, но в большей мере, в большей части это восстанавливается. Какого-либо специфического лечения для вот именно излечения пока, наверное, я вам не могу порекомендовать. Вот. Но все те пациенты, у которых возникало и возникают, и сохраняются последствия ковида, ну, я думаю, они должны находиться под особым наблюдением для того, чтобы мы сейчас уже готовились к новым заболеваниям, которые будут, или проявлениям, которые требуют лечения или не требуют лечения. Поэтому, я думаю, тут надо на самом деле проходить диспансеризацию, вот, быть на определенном, ну, контроле у врачей. Но при необходимости в данной ситуации, если какие-либо возникают симптомы, которые требуют коррекции, ну, мы тоже готовы подключиться и показать нашим специалистам. Вот. Но я могу вам одно сказать. Тут не все так просто, потому что сам механизм развития всех симптомов, которые были при новой коронавирусной инфекции, до конца еще не изучены. Это процесс ближайшего будущего, я думаю. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Перезванивайте, пожалуйста, еще есть немножечко времени. Мы говорили о том, что приезжали и приезжают к вам известные в медицине люди. Вот совсем, да, недавно у вас был... У нас был главный нейрохирург страны, да, академик Крылов. Он оперировал в нашей больнице. И могу сказать, здесь у нас очень хорошее сотрудничество и с Самарским государственным медицинским университетом. Могу отдать, что ректор, профессор Александр Владимирович Колсанов, он очень много вкладывает и силы времени для того, чтобы новые инновационные продукты, они появлялись у нас в области. Есть местные разработки, есть те, которые мы приводим. И говоря о том, что вот у нас академик Крылов, когда оперировал с нейрохирургами, с нашими, он показывал не только мастер-класс выполнения операции, но использовали интраоперационную навигацию. Та система «Автоплан», которая сейчас, я думаю, широко будет внедряться не только в России, но и за рубежом, она, я думаю, еще не все возможности ее раскрыты. Поэтому с учетом того, что на нашей базе существует и работают полноценно, ну, практически 19 кафедр, ну, это, можно сказать, большая часть университета, да, которая занимается и клиническими исследованиями, и научными разработками. И с учетом того, что университет очень много вкладывает сил, времени и находится в том гранте
заняв первое место, приоритет 2030, то я думаю, как раз вот именно сочетание нашей базы как практически желания и нашей возможности университета сочетать и иметь практическое восприятие вот этого направления, оно дает, наверное, тот импульс и желание людей приезжать к нам. Мы не говорим о том, что у нас должны оперировать только академики или приезжать только академики. Мы готовы принимать всех ведущих специалистов для того, чтобы на самом деле поднимать уровень и нашей больницы, и, разумеется, всего здравоохранения Самарской области. В целом смотреть, как работают, как оперируют, как лечат специалисты, ну, на самом деле, всей России. Поэтому это не только нейрохирурги, там, торакальные хирурги. У нас приезжают и анестезиологи-реаниматологи, которые проводят свои мастер-классы. У нас проводят и по детской направлению. Мы очень гордимся тем, что у нас и перинатальный центр тоже смог в этом году сделать те технологии, которые и для профилактики кровотечений, и для уменьшения кесаревых сечений. Поэтому мы готовы работать со всеми, кто является, ну, скажем, лидером, наверное, своей области. Сергей Юрьевич, а вот вы говорили о генно-инженерных технологиях, но, насколько я понимаю, для того, чтобы этим заниматься, нужно не только оборудование, нужны не только специалисты, нужны препараты, да? Вот они доступны нам на сегодняшний день, доступны ли они потенциальным пациентам? Для нового направления всегда нужно два компонента. Первый, все-таки необходимо точные показания для применения их, для того, чтобы методика, которую мы применим, она все-таки показала свою эффективность, потому что нельзя на всех экспериментировать, например, и пробовать, поможет, не поможет. Это сейчас сделано по тем уже направлениям, которые я озвучил. В основном, конечно, это аутоиммунные заболевания. И поэтому мы, проходя обследование, всегда отбираем тех пациентов, которые под нее подходят. То есть это нельзя им всем применять, мы должны понимать то, что общие, вот я говорю, аутоиммунные, да, ревматология, неврология, там, гастроэнтерология, но у них есть тоже часть пациентов, которые к нам подходят. И вот как раз то, что мы сейчас видим, мы планируем лечение там, на 2023 год, мы знаем, какое количество пациентов, мы под них заказываем лекарства, получаем, покупаем и проводим. То есть на сегодняшний момент каких-либо, ну, таких больших ограничений нет. То есть сейчас у нас, я думаю, и понимание того, что развивается в российской фармацевтической промышленности, и у нас еще не полностью закрыто, наверное, взаимоотношения с теми странами, которые производят лекарства, поэтому не могу сказать, что это критическая ситуация по лечению и продолжению терапии. Ну и совсем чуть-чуть времени у нас остается. То, с чего мы начали, о постковидном синдроме, его лечением вы также занимаетесь, насколько я понимаю, да? Мы занимаемся. Именно пациент, когда они поступают к нам, но уже поступают с другой патологией. И когда мы видим, что больному был перенесенный ковид, у него, например, какая-то деструкция в легком, то мы, конечно, выделяем и более смотрим за течением этого патологии, потому что мы не понимаем пока ни сроков операции, например, или оно может пройтись без операционного лечения. Но когда мы говорим все-таки о ковиде, я бы все-таки немножко затронул другую тему. Открывая специализированные помощи, мы должны сказать, что мы в этом году очень много сделали впервые. Мы начали протезировать мелкие суставы кисти и стоп. Мы начали работать на открытом сердце. Мы впервые начали оперировать с грудной деформацией, деформацией груди, начали понимать современные технологии. Поэтому я хочу сказать, все то, что у нас сейчас есть, мы готовы предложить нашим пациентам. И я думаю, что мы в этом направлении будем развиваться. Мне очень приятно, что именно вот на этих словах мы заканчиваем оптимистичных нашу программу. С нашими зрителями увидимся ровно через неделю. До свидания.